На самом деле у меня на компе установлено IDE, чтобы писать программы на Scala и их собирать. Но она у меня жестко тормозит, поэтому я пользуюсь немножко другими программами, а точнее текстовым редактором. Вот, Sublime. Ну, собственно, вот код, который там я вот второй день пишу, не очень много написала, тут разбиралась дольше. Пишу код, это у меня уже такой чистовой тут вариант. Тестировать, собственно, код можно в Sublime Repo. Выбираем Scala, Sublime, Scala Repo, запускаем. Но на компе предварительно должна быть установлена Java виртуальная машина, JDK, и, собственно, сама Scala как таковая. Вот. Можем запустить из файла. Собственно, вот этот файл. Сейчас мы его запустим. Он у нас ждет, там специально так сделано, он ждет, что мы будем вводить какие-то данные. Ну, давай введем. Работает. Даже вот нам вывел уже название. Пока у меня еще одной проверки нет, поэтому он все названия выводит. Вот, собственно. Так. Здесь можно как бы тестировать еще какие-то вещи промежуточные. Вот, например, какая-то функция у меня не написана. Ну, то есть оно что принимает, то и возвращает. Давай можно попробовать ее как бы написать. Так, что тут, собственно? Ну, пожалуй, тут начну писать ее. Удобнее все-таки. Так, я немножко буду тормозить, я уже устала, можешь до конца не смотреть. Так, нам надо что-то тут апдейтнуть. Так, у нас есть корабль с какими-то координатами. Есть вот это вот поле, которое надо апдейтнуть. И, собственно, возьмем наш кораблик. Координаты нашего кораблика на поле
И разберемся с ним. Тут у нас будет кораблик, у нас является списком кортежей, таких пар значений. То есть координата по x и по y. Так. Ну, я, может, сегодня не напишу. Не допишу, может, сейчас вообще остановлю, потом, может, допишу. Я уже устала. Так, и здесь у нас разбираем на первую и последнюю. И хвост. На голову и хвост. Этот список, то есть голова первая, там пара точка, как пара значений на координат. А хвост, ну, все остальные. Ну и, собственно, тут мы можем сделать дело, что подготовлено поле апдейтнуть. Нам не поле апдейтнуть надо. Нам надо, собственно, вернуть рекурсию, чтобы до конца нашего хвоста мы дошли. Собственно, берем эту же штуку. Потом нам надо, собственно, вот ее первое апдейтнуть, а в конце отправить хвост оставшийся. Вот. Так. Я уже писала подготовку у меня на апдейт. Вот так. И значит мы... Так, у нас там кортеж. Значит, у нас тут голова. Первое значение — это голова. Первый элемент кортежа. А второе значение — это тоже наша голова, но второй элемент кортежа. Апдейт. Вот. Что-то я запуталась. Что там? Гру. Так. Запуталась. Первое поле. А, обозначаем. Ага. Первое, первое, второе, понятно. Два первых и одно последнее. Ну, попробуем. Первое, первое. И вот здесь вот второе. И уже значение труб. Вот. И сзади хвост. Вроде как-то так. Дальше. Если